Привет, и вы сегодня на моем канале, Никита, ну, всем привет, и вы сегодня на моем канале, и мы сегодня играем в Майнкрафт. Но это плоский мир из лаки-блоков, но этот мир состоит из лаки-блоков, но здесь очень много этих лаки-блоков, из разных всех лаки-блоков. Кстати, можете из этих разных лаки-блоков, ну, карту скачать по моим ссылочке описания, то есть под моим ссылочке описания. И сегодня мы играем в хардкор, мы можем останавливать время и много чего, сейчас все расскажу. Ладно, кстати, времени, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, я захожу, чтобы включить творческий режим, вот, чтобы играть нечестно, потому что хардкор Майнкрафт это нечестно. И еще хочу рассказать, что выживание это, ну скажите, сколько еще ждать мне, ладно, сейчас выключу запись. Чего, чтобы включить хотя бы легко, а то выключили, потому что будет Майнкрафт виснуть. Для примера, это у нас будет выпадать очень везучие лаки-блоки. Ну, например, мы должны выжить. У нас хардкорики, если мы, ну как же, погибнем, но у нас будет очень последственная связь. Тогда давай-ка мы... О-оу. А там... А-а-а, у меня сердечки тратятся! Нет, нет, бежим, просто бежим. Это что нас ударило-то? Кстати, самый невезучий это черный. Но здесь нету невезучих лаки-блоков. Значит, давай-ка радоваться. И все просто бы ломать бесконечно. Что еще бы поломать, блин? У нас мало хаткориков, но это хорошо. Я же не люблю хаткорики. О, привет! А это кто? Это у нас какие-то скелеты. А кто меня бьет? О-оу, о-оу. Нет, нет, нет. Нет, у меня мало хаткориков осталось. Я докажу, что... Я не могу поставить грузовик. Кажется, у меня мало сердечек. Давай-ка поставим этот грузовик, открыть дверь. Ну, когда поедем уже, у меня мало сердечек. У меня хаткориков мало. Ну, можем уже остановить время. От кроликов у нас есть урон? У нас кроликов нету что-то. Видите, Майнкрафт лагает. Я вам не советую еще ставить, если вот такое у вас будет происходить. У вас будет то же самое. Да пофиг на этот грузовик. Ладно, давай-ка дальше. У нас здесь есть красный. Лучше дальше, кстати, там еще есть лизневый дом какой-то, еще что-то. Даже разработчики вот этого мода даже не посмотрели, что будет с игрой. У меня вообще игра вообще плохо ведется на себя. Вот если я буду подкоп делать, у меня могу задохнуться еще, у меня мало хаткориков, сердечек. Кстати, здесь разные слои еще круто, стоп, чё? Мало хаткориков, мало хаткориков. Я тебе хочу доказать. Кстати, хаткорики можете скачать по ссылочке описания под моим опять роликом. Кстати, еще у меня даже часы времени не работают. А хаткориков у меня мало. А чего могу похилиться-то? О, у меня есть ТНТ, кстати. Давай-ка мы их бросим просто. Они у меня не работают. Нет, хаткорики, хаткорики. Чего? Игра настолько зависла, что я еще жив. У меня игра зависла, я жив. Кажется, я буду сейчас недолго жив. О, у меня игра зависла. Ради меня я выжил. Спасибо, игра. Но лучше это не повторяйте в обычном мире. Если повторите в обычном мире, вам не избежать этого. Я вам говорю. Я как-то урон получаю. Но я вам хардкор показал, как будет работать, окей? Да, я показал. А я вот ломаю лаки-блоки, у нас до сих пор не получится. Я второй раз сейчас, ну как, себя потеряю, хочу сказать, в Майнкрафте. Нужно произойти в мир. А, вот почему, у нас время остановлено. Вот что нам... И как нам включить время, я даже не понимаю. Я включу время-то? Я зря его выключу. Давай-ка мы его включим. И зря его включу. Давай-ка мы по динамиту покидаемся. Кстати, я еще жив.
И, кстати, зачем это все на твое? Кстати, давай-ка мы их отходим, не хочу жить. Ну, это неинтересно. Давай-ка удалим просто мир. Не удаляется у нас почему-то этот мир. Я вообще не понимаю, что не удаляется. Но другой мир бы удалился мир. Ну да. Обидно, что у нас не получается. Но я точно повторю. Кстати, я потом хардкор Майнкрафт будем снимать про этот хардкорик. Это будет очень интересно, но еще у нас ничего не ломается. Давай-ка зайдем еще кое-что другое. Я зашел в радужный мир Майнкрафта. Радужный. Это радужный мир в Майнкрафт. Это очень тоже интересный мир. А это радужный мир, кстати, сидюшки упали. И, кстати, это хороший выбор. А куда нам вообще прыгнуть, скажите мне? Кажется, вот сюда. Давай-ка мы будем паркурить. Если мы не паркурим, значит, паркур не для нас. Для нас. А теперь давай-ка на этот блок паркурим. Ну, мучение этот классно. А паутины и в славы. Кстати, у меня здесь броня есть, если мы ее снимем. А то оденем резко, а потом снимем. И мы ее потеряли, да? Не потеряли, это хорошо. Так, давай-ка дальше. Здесь у нас железные блоки, кстати, они бьются. Это плохо. Кстати, здесь у нас еще что-то есть. Так, давай-ка дальше ломать лаки-блоки. Мы, конечно, сегодня планировали... сделать сегодня из нас лаки-блоков. То есть... Но я ролик нажму... То есть... Назову иначе. О, кстати, это динамит? Или что? Это динамит, да? Это динамит? Как могло так не повезти, а? Оказаться прям в паутине, а вы сами видели, что я сделал. Кстати, если вы хотите такой ТНТ повторить, кстати, здесь даже какие-то сундуки появились, у меня большой шанс появился. Могу их открыть, кстати. А как их вообще открыть, эти сундуки? Я вам показываю все миры. Кстати, я советую вам выбрать, если вы не можете выбрать, какой вы хотите лаки-блок мир, я вам посоветую. Как? Отстань от меня просто, отстань, железные. Я хочу вам посоветовать, если вы хотите какой-то лаки-блок мир, я хочу вам посоветовать, знаете что? Я лучше вам посоветовал бы. Я вам посоветовал радужный мир скачать. Спи, быстрый, теперь буду... Кстати, так это хорошо. Я могу быстро передвигаться теперь. Очень быстро могу передвигаться. И последний мир, который я хочу вам показать, под секретом. Кстати, такой мир, по секрету скажу, мы снимаем чаще, снимали скайблок из лаки-блоков. Ну, кто смотрит, я хочу сказать, что это необъяснимо. Ладно, черные лаки-блоки это будет. Скучно. Теперь просто осталось ждать, когда загрузится мир. Осталось ждать просто, и все. Вот у нас и долгожданная распаковочка этого мира. Это у нас последний мир черных лаки-блоков. Это у нас самый невезучий скайблок из лаки-блоков. Ну и самый невеселый скайблок из лаки-блоков. Он у нас вообще самый невезучий. Если вы его хотите, ну, скачать, конечно, но он черный. А черный всегда такой, так себе. Но хочу вас предупредить. Нет, не надо. А как мне отсюда выбраться? В общем, я выбрался. Ну и дальше давай-ка ломать лаки. Да что же такое? Ну, а это у нас шаровая молния. Опять. И еще давай-ка опять от шаровой молнии просто. Нас убивает шаровая молния. Да что же такое? Да хватит уже шаровая молния.
Шаровая молния — это сила. Да хватит уже, я уже такой человек, как будто... шаровая молния, шаровая. Так, все, отстань от меня, как тебя? Хватит, я даже на киблок не могу словать. Раз, это ведьма, раз, это у нас что-то, раз, это что-то. Это у нас лава. Мы еще можем спастись? Спастись можем. Мы сможем выжить, но только умереть от другого можем. Мы уже пока засматривали, да, что же такое, не могу попасть. А, все, это пропала шаровая молния наша любимая. Да я уже, кажется, чаще начал. Кстати, можно, знаете, что, взорвать этого крипера, у нас не будет этого всего. Ну, то есть, может, давай как-то спасем все эти клетки, но я не уже... Крипер, подойди сюда быстрее. Это нужно своими силами спасаться. Как бы говорится, от лавы гореть. Непонятно чего. Кстати, а вот это наша шаровая молния. Прям за бадья. С лавой и всего. Понятно? Ну, на этом все пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы сегодня будем снимать ролики. Снимаю ролик Майнкрафт. Ну, я, кажется, сказал, что мы снимаем хардкор, Майнкрафт, еще много чего. Ну, на этом все пока.